Яблони Кортланд культивируются в России с 1915 года. Яблоки желто-зеленого окраса с нечеткими красными полосами, при созревании ярко-багрового оттенка. Вес одного плода от 90 до 130 грамм. Яблони начинают плодоносить на 5-6 год после посадки. Цветет в середине мая-начале июня. Для поддержания иммунитета растения проводят регулярные обрезки и добавляют в почву азотосодержащие удобрения. Сорт устойчив к болезням, но не исключено заражение паршой или мучнистой росой. Яблони не способны самоопылению, поэтому от того, насколько качественно опылится растение, зависит количество урожая. Опылять Кортланд можно другими сортами, например Бойкин, Golden Delicious, Антоновка, Макинтош. Яблоки сорта Кортланд созревают в октябре. Их можно употреблять как в свежем виде, так и добавлять в различные блюда.